Ассаламу алейкум, алашырты, қайырлы күн, құрметті семейліктер, Семей телеарнасы тікелей эфирінде сәлем, Семей бағдарламасы. Доброе утро, уважаемые телезрители. Мы с Кланышем приветствуем вас. Смотрите вы утреннюю информационно-развлекательную программу в прямом эфире на телеканале «Семей». Мы с Кланышем будем с вами ровно 3 часа. 2 часа с вами и с гостями будем общаться на тему передачи. 3-й час программы мы посвящаем телевикторине в прямом эфире «Час удачи», в которой каждый из вас может принять участие. Ну а кому повезет больше, получит приз, предоставленный спонсором игры. Сегодня на календаре 18 июня, понедельник, и о погоде на сегодняшний день узнаем прямо сейчас. Ауа райының демеушісі Қайнар колледжі. Қайнар колледжі ол ең қажетті мамандықтар, заңгер, байланыс жөніндегі техник, техник бағдарламашы және басқалар. Қайнар колледжі жұмысқа орналасуға мүмкіндік беретін бәсекелестікке қабілетті мамандықтар. Қайнар колледжі ол жоғары білікті оқытушылар құрама. Қайнар колледжі болашақты бірге қалаймыз. Байланыс телефондары 52-29-14 және 52-29-15. Қарауылда күн құбылмалы, күндіз +30, түнде +17 градус. Абралда күн ала бұлтты, күндіз 24, түнде 13 градус жылы. Бесқарағайда аздаған жауын күндіз 30, түнде 17 градус жылықты көрсетеді. Барадулихада күн бұлтты, күндіз 30, түнде 19 градус нөлден жоғары. Қалбатауда күн құбылмалы, күндіз +31, түнде +16 градус. Көкпектіде күн бұлтты, ауа температурасы күндіз 29, түнде 16 градус жылы. Үржарда күн ашық, күндіз ауа температурасы 28, түнде 16 градус нөлден жоғары. Ақсуатта күн ашық, ауа температурасы күндіз 29, түнде 17 градус жылы. Аягөзде күн ала бұлтты, күндіз 28, түнде 15 градус. Курчатовта күн құбылмалы, күндіз 25, түнде 14 градус нөлден жоғары. Өскеменде күн ашық, күндіз +28, түнде +12. Семейде аздаған жауын күтілуде, күндіз 29, түнде 14 градус жылы болады. Құрметті көрермендер, бүгінгі арналған ауа-райы мәліметімен танысып болдыңыздар. Ал бүгін тарихтың еншісінде қандай атаулы елеулі күндермен есте қалды? Алаштың айтулы күнайдарынан білетін боласыздар. В 1817 год в Лондоне был открыт мост Ватерлоу. Арочный мост через Темзу, соединяющий Вестминстер и Ламбет, названный в честь победы в битве при Ватерлоу. 19 жылы сүйретші қазасын еңбек сіргі өнер қайратке Антонушенке Аленов Валентин Йосыжынеге келді. 1921 жылы филология ғылымдарының докторы профессор қазасының еңбек сіргі ғылым қайраткері Құбайдолла Айдаров дүниеге келді. 1939 жылы ветеринар ғылым доктор профессор Қадыр Бияшев дүниеге келді. В 1942 году родился сэр Джеймс Пол Маккартни, британский музыкант, мультиинструменталист, писатель и продюсер, один из основателей группы Битлз. 2006 жылы егеменді еліміздің байланышында хабар таратуға арналған қассат ат деп аталатын тұңғыш геостанциялар жерсерігі жоспарланған таңғы сағат 4:44 Байқоңыр айлағының ғарышқа шығылды. В 2008 году сборная России по футболу впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Меня құрмет көрмендер, бүгін тарих беттерінде осындай атаулы елеулігіндермен есте қалған болатын. Итак, уважаемые телезрители, такие события произошли в этот день, 18 июня. Сегодня понедельник, и мы с вами по понедельникам смотрим рубрику «Полезно знать». Қайырлы таң, семейліктер. Менің атым Диана. Мен шаш үлгісін жасайтын стилистім. Мен қазір сіздерге шаш үлгісін тез жинау тәсілін көрсетемін. Бұл шаш үлгісін жинау өру арқылы басталады. Яғни кекілдің маңайын артқа қарай өреміз. Және де қырларында өріп, соңында буып түйіндейміз. Екі жаққа бөліп аламыз қалыңдық. Бар, енді бұны біз өреміз. Әзірге екі жақ шеттегі шаштарды мен оларға тиіспеймін. Екі жақтағы шеттегі шашты қыстырып қоямын.
Енді на үстіндегі кекіл жақтағы шашты мен француздық өріммен өремін. Және де бұл яғни ең оңай өрім. Үшке бөліп. Бас жақтағы шашты өре бастаймын да, жанындағы қырындағы шаштарды бірге қосып ала кетіп отырамын. Бір жақ қыры. Ең басынан бас жақтағы шашты алып, үшке бөлемін. Үшке бөліп өре бастаймын. Және де жанындағы шаштарды бірге ала кетіп қосып өремін. Бұны үшке қарай өрім деп аталады. Кезек-кезекпен соңына дейін өреміз. Міне біз өріп болдық. Енді бұны силиконлық резинкамен, немесе кішкентай резинкамыз болса, буамыз. Енді өріп алған соң бізге орысша айтқанда объем дейді ғой, объем үшін жан жағындағы. Біз енді бұл шашқа, бұл өрімге көлем беру үшін жан жағынан шет-шетінен тартамыз. Бұны тағы да жеке тығыздап өреміз. Бұл қырындағы шашты соңына дейін өреміз. Содан кейін резинкамен буамыз. Енді біздің шаш үлгіміз дайын болып қалды, буатын будық. Енді бірақта тағы бір элементі бар. Шетінен біраз сәл ғана қалыңдықтағы шашты жеке қалдыр қоямыз да. Шаштың көлемін ұлғайту үшін тағы бір тәсілін көрсетіп кетейін. Мынаны жеке алып қоямыз, жаңа кішкентай қалдырдық қой. Енді біздің көлеміміз мүлде басқаша болды. Енді үстінен біраз тарап жібереміз. Бұл шаш үлгісін осылай да қалдыруға болады, тік қып, немесе ұшын бұйралап жерсе әдемі көрінеді. Бүгінгі айтар кеңестерім осымен тәмам. Сау болыңыздар! Білгенге Маржан Айдармен таныс болдыңыздар, құрметті көрермендер. Балалардың жазғы демалысы жайлы. Қалай енді өздеріңіз білесіз, барша балалар мектепті аяқтап демалыс маусымына шықты. Қалай демалып жатыр, қайда барады, қаламыздағы демалыс жазғы лагерлер қалай жұмыс атқарып жатыр. Осы сұрақ төңірегінде студия қонақтарымен әңгіме өрбітетін боламыз. Студиямызға келген меймандармен таныс болыңыздар. Нөмір 17 мектептің жазғы демалыс лагерінің ұйымдастырушы мұғалімі Жадыр Ахметова және Амина Айбек Кәусар осы лагердің балалары. Студиямызға қош келдіңіздер, қайырлы күн. Қош келдіңіз. Көңіл күйлеріңіз қалай балалар? Жақсы. Ой, бәрекелді. Лагер ұнап жатыр ма? Иә. Несімен ұнап жатыр? Лагерде көптеген қызықты мәліметтермен танысамыз. Ағылшын тілінен сабақтар жүргізіледі. Психолог аға бізге көптеген ойындарды ойнатады. Вы учились весь школьный учебный год, потом пошли на каникулы и снова в школу. Не надоело? Отдохнуть не хочется от школы? Мектепке келгілерің келе ма? Иә. Қайтадан келгілеріңізге сабақтан қалдыңыздар ма, ұстаздарды? Иә. Ай, бәрекелді. Жадыра, жалпы, сіз енді ұйымдастырушы ұстазсыз, е? Жазғы демалыс лагерінде. Балалар неше аптадан демалады, қалай, қандай қызықтары бар, не үйретесіздер? Жалпы, лагердің осы ашылуы, балдарға мектеп жанындағы лагер, өзіміздің 17-ші мектепке ашылды. Осы ашылуы 1-ші июнь балалар күнінен басталды, 1-ші маусым. Балалар күнінде басталған, содан бірінші класс бір апта, екінші класс бір апта, солай-солай кетті міне. Енді жалпы балаларға барлық жағдайлар жасалды, онда мектеп тарапынан. Балалар қызықты жерлердің барлығына қоғамдық орындармен, яғни бос уақыттарын бос өткізбеу мақсатында үйде өткізгеннен қарағанда ата-аналарға қолайлылық туғызып отыр бұл лагер. Осы лагер барысында, мектепте өткізген лагер барысында оқушыларды әртүрлі, мысалы, биологиялық орталыққа апардық, кітапханалармен таныстырылдық. Осының аясында Әміре Қашаубаев атамыздың 130 жылдығы мен Шәкәрім Құдайбердіұлы атамыздың 160 жылдығы және де Астананың 20 жылдығы да атаусыз қалмады. Бұл тараптан да көптеген іс-шаралар өткіздік балалармен. Қызықты қылу үшін тағы да қандай шаралар, ойындар өткізетін жерсіздер балалармен? Иә, әртүрлі ойындар өткізіледі. Баланың қызықтыру уақытын бос өткізбеу мақсатында. Жалпы қазіргі балалар әртүрлі қоғамда ұялы байланыспен, ұялы телефонмен айналысатындықтан
Китапханаға барғанда бұларға ең қызықтысы сол болды. Китапхана мен балалар танысып, енді сонда барамыз деп өз қызығушылықтары оянып қайтты китапханаға. Қандай китап оқуға ештіңіздер? Мен ертегілер туралы кітаптарды өте қатты жақсы көремін. Ой, бәрекелді. Лагер несімен алып жатыр? Тағы да не қызық бар лагерде? Біз лагерде хайуанаттар бағына, кинотеатрға, Абай театрына бардық. Ұнады ма? Иә. Ал сіз? Несімен алды? Несімен алып жатыр? Лагерде мен көптеген кітаптармен таныстым. Бәрекел, таңертеңнен кешке дейін, әлі түске дейін лагерде. Күндізге дейін. Ребят, вам нравится, да, все, что вы делаете в школьном лагере? Но вот есть ли свои предложения, чего бы вы хотели еще? Чем бы заняться в лагере, вы бы сами хотели? Не болған қалайсындар тағы лагерде болады. Лагерде. Что бы вам было интересно? Қандай қызықты дүниелер болған қалайсындар тағы лагерде? Лагерде көптеген қызықты ойындар ойнап, сұрақтар жасырып. Түске дейін ғана ма сонда лагер? Тегін бе? Тегін барлығы. Тамақ беріледі? Тегін тамақ. Барлығы қамтамасыз етілген балаларға. Барлық жағдай жасалған. Оның ішінде бір сағатыңызда психолог жұмыс жасайды балалармен, балалардың психологиялық тұрғыдан көмектесіп. Екінші сағатында ағылшын мұғалімі өзіне тегін ағылшын курс өтеді бір сағат. Балалар ұмытып қалмас үшін. Үшінші сағатты мысалы барамыз. Сондай жағдайлармен өтеді лагеріміз. А Ваулі, ребята, у вас Апашки, Аташки еще живут? Апаталарым бар ма ауылда? Барлық қалада тұрамын. А это мы в школьный лагерь ходите. Да. Одан кейін қайда жоспарлап отырсыздар, қайда жаққа демалуға лагерден кейін? Мен ауылға барамын. Мен Семей қаласындағы аквапарк, мұздың астындағы аквапаркқа барғым келеді. Ал мен Алматыға барғым келеді. Алматыға бар, ауылға барасыз ба сіз? Ауылдағыларың тұратын шығар. Апаларың, аталарың бәрекелді. Енді сіздер осы лагер, бұл балаларың неше күн, неше апта жұмыс істейді? Әлі бір аптадан ғана ма? Әр сыныптан? Әр сыныпқа бір аптадан істейді. Себебі мектепте бала санының көптігіне байланысты. Әр балаға бір аптадан жұмыс жасайды. Осы бір аптаның өзінде балалар қаншама дүниемен, мағлұматпен танысып үлгереміз. Бүкіл кластың мен балалары, сыныптың балалары? Бірінші кластың неше сыныпта дейін балалар? Бірден төртінші сыныпта, бастауыш сыныптарда. Бірінші кластардікі, бірінші сыныптардікі әңгі бұлар бір апта, басында бастады маусымның бірінші маусым. Екінші маусым екінші сыныптар. Үшінші маусым үшінші сыныптар солай сон өтеді. Спасибо большое. Мы вернемся к разговору после того, как наши уважаемые телезрители сделают утреннюю разминку. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Біз сіздермен қазіргі уақытта таңғы сергіту жаттығуларын бастаймыз. Қол, аяқ, иық деңгейімен дүзі ұстаймыз. Ең алғаш жаттығуымыз қол белде мойын бұлшық етін айландырамыз. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз қол. Белде мойын бұлшық етін жалғастырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз қол иықта, аяғымыз соғалпы, иық бұлшық еттерін айландырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келеш аттығымыз. Қол, иық деңгеймен дүз ұстаймыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Оң қолды жоғарылатамыз. Иық пен арқа бұлшықеттерін шынықтырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Қол белде, аяғымызды кішкене алшақ ұстаймыз. Бел бұлшықеттерін айландырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Оң қолды жоғары ұстаймыз. Қол белде. Бел жаттығуларды алға жалғастырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Екиеміз, сол қол жоғары ұстаймыз. Мельница деп атады бұл жаттығымыз. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығымыз. Бұл келесі жаттығымызда белді созу жаттығуларына жатады. Аяқты алсақ, қолды бүге отырып, жерге дейін тигізу керекпіз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Дізе сіңілдерін созу және дізедегі барлық бұлшықеттерді айландырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Но біздің санға келетін бұлшықеттердегі көптеген сіңірлерді созу. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Осымен таңғы сергіту жаттығуларымызда өз мәресіне жетті. Күндеріңіз жақсы өтсін. Сіздермен болған Семей қаласының жеңіл атлетика құрамы. Мен құрметті көрермендер, таңғы жаттығу тамашаласақ, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Мы говорим сегодня о детском школьном отдыхе. Номер в студии 53 15 64. Звоните к нам. В студии у нас 17-я школа.
И нам дети рассказывают о том, как они посещают лагерь школьный, насколько им это нравится и что интересного они там видят. Дети, вы хотите стихотворение рассказать сейчас нашим зрителям, да? Да. Ну, давайте. Ходайте так, пожалуйста. Астана туралы теперь. Ел ордам менен астанам, астанам менен баскалам, зәулем зәулем үйлер көп, үркен деген астанам, арайлытан астанам, бір өзін мен мақтанам, есіл өзені бойымен көркеген менен жасқалам. Ай бәрі келді. Айбек. Адамдық борышын халқына еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, арсақта оны біл. Талап таңда білім мен өнер ерім, білімсіз өнерсіз болады ақыл тұл. Ой, бәрі келді. Сіз қандай? Ібірай Алтынсарин, кел балалар оқылық. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыл аспен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан ізденбей-ақ табылар. Ой, бәрі келді, керемет. Балалар, жазғы демалыс лагерін тағы да қандай қызықтар бар? Жазғы демалыс лагерді. Сіздерде лагерлерде қандай қызықтар бар? Бізден. Көптеген қызық, көптеген әдемі көрікті жерлерге қыдырамыз. Қаланың, е? Қай жерлеріне орындар қаламыздың? Мысалы, ойын сауық орталықтарға. Орталықтарға барамыз. Ну что ж, о своих планах вы нам рассказали. Значит, отдых у вас спланирован. Да. Сначала школьный лагерь, потом уже по гостям поедете, да? Да. Будете отдыхать, набираться сил, здоровья, терпения к следующему учебному году. Учитесь на отлично. Спасибо. На пятерки, четверки, да? Нет. Пятерки все. Пять. Только пятерки. Молодец. Да. Вот чтобы так и закончили школу с пятерками. Да. Какие пожелания будут телезрителям? Құрметті көрермендер, сіздерді осы астанамыздың 20 жылдығымен, және де Шәкәрім Құдайбердіұлының 160 жылдығымен, Әмірбек Қашаубаев атамыздың 130 жылдығымен құттықтаймыз, және де барлықтарыңызға амандық тілейміз. Ой, рахмет. Детки, что пожелаете телезрителям? Қандай тілектеріңіз бар? Это ой, да. Своим близким, родственникам, которые сейчас смотрят передачу нашу. Менің анашым, әкешім, сіздерге теледидардан жалынды сәлем. Айбек. Менің туысқандарым, ата-анам, достарыма сәлем. Мен сіздерге аспандарыңыз ашық болсын, әрқашан жолдарыңыз болсын деп тілеймін. Ой, бәрі келді. Менің сыныптастарыма, туған туыстарыма, ата-аналарыма жалынды сәлем. Бәрі келді. Көп рахмет, сабақтарыңды тек қана беске оқыңдар, демалыстарың жақсы өтсін. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Отлично, вам отдыха, всего самого наилучшего. Спасибо, что пришли к нам в студию. В студии у нас 17-я школа, и они рассказывают, как они устраивают школьный лагерь для детей. Преподаватель Жидра Кайратова, а также Жанна, Альтаир и Владимир. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Все дети, и вы не исключение, да, с нетерпением ждут наступления лета. Ведь лето – это отдых, это каникулы, да? Да. Ну вот, учебный год закончился, все пошли на каникулы, а вы снова вернулись в школу. Почему? Потому что у нас школьный лагерь. Почему выбрали школьный лагерь? Стали ходить? Там интересно. Что вы там делаете? Чем занимаетесь? Мы там играем, подвижные игры, рисуем. Все это вам нравится? Да. Что-то свое придумываете, предлагаете учителям? Да, игры придумываем. В общем, весело все время проходит. Да. Куда-то ходите, экскурсии у вас бывают, да? Да. Куда уже сходили? Что посмотрели? Библиотеку. Библиотеку? А вообще сами ходите в библиотеку? Да. Бывает, да? Да. Молодцы. Читать любим? Да. Что нравится читать? Ну, всякие разные. Приключения Тома Сойера. Приключенческие, да? Произведения. Рассказы.
рассказы? Мне сказки нравятся. Сказки. Есть любимый писатель? Или, может быть, любимая сказка? Наверное, диснеевские сказки, да? У меня Николай Носов. Носов, прекрасно. Про... Не знаю, у меня книга. Это ваша любимая книга? Да, у меня две книги больше по Незнайку. Замечательно. А какой любимый урок у вас в школе? У меня математика. Физра. Спортивная девочка. Спортивная, да, сразу заметная Жанна. Физра тоже. Тоже физкультура нравится? Ясно. Ну и подвижные игры, да, оздоровительные, да, сейчас да. У вас и в школьном лагере. Обязательно. Какая польза, на ваш взгляд, от лагеря? От лагеря, к примеру, новых друзей бывает находим. Общаетесь, да? Да. Дружите? К примеру, когда уж вот скоро в разных местах вот кого-то не делал, ну, чтобы встретиться можно в лагере. В лагере еще спортом все вместе, моноспортом и игры. Ну, в общем, вам нравится посещать школьный лагерь, да? Да. Да. Первый год ходите? Нет, я первый. Такой. Ну, второй. Я тоже первый. Ясно. Дети, ну вы уже думаете о том, кем вы будете, когда вырастете? Нет. Закончите школу, будете поступать. На какую специальность? Ну, я, например, хотела быть учителем. Учителем. А мне кажется, Жанна, вы олимпийской чемпионкой можете быть. Да? Возможно. Альтаир? Милиционером. Милиционером хочется быть. Я хотел на соревнования по дзюдо ходить, там побеждать. Спортсменом, в общем, да? Я уже хожу. Занимаетесь уже спортом? Дзюдо? Да. Нравится? Да. Соревнования уже были? Я пока еще не ходил. Я только, начинаешь только посещать, да, секцию? Я тоже хожу на спорт. На какой вид? На футбол. На футбол, ну надо же. Нравится футбол? Чемпионат мира смотрим? За какую команду болеем? Ну, я не очень по телеку не люблю смотреть. Я, в принципе, не смотрю. Главное играть, сам процесс нравится, да? А с кем играете? В школе. В школе играете? Ну, в школе и еще там. На тренировках? Да, на тренировках. Ага, а где тренировки проходят? Ну, на Спартаке. На Спартаке. Много девочек ходят в футболы? Много. Человек 50. 50 девчонок только занимается футболом. А уж сколько мальчишек там? Еще не больше. Знаю. Там еще мальчишки ходят, но мы отдельно ходим. Девочки отдельно тренируются, да? У вас свой тренер? Да. Как тренировки часто проходят в неделю? Два раза? Они... три раза, да. Три раза в неделю, да? Хочется, значит, в футбол играть. У меня еще медаль есть. Уже медали даже есть? Поздравляю, молодцы. Спасибо. Действительно, организация школьного лагеря – это очень полезная, да? Как в оздоровительном, так и в социальном плане. Да, потому что дети играют подвижные игры, всякие стартеры, у них и боевой дух, и спортивный дух как бы. Чем дома лежать, перед компьютером сидеть лучше, в школе, в лагере. Тем более они, чтобы не соскучились по друг другу, знакомиться с другими детьми там, потому что параллели же бывают, допустим, 4-й Б, 4-й А, допустим. Сближает больше коллектив. То, что они не могли делать на уроках, они делают в лагере. Все довольны, всем нравится. Да. Замечательно. Итак, уважаемые телезрители, номер в студии 53-15-64. Говорим о летнем отдыхе. Есть, конечно же, много способов, как устроить хороший, полноценный, здоровый отдых летом нашим детям, школьникам. Так вот, делитесь своими советами и рекомендациями. Номер в студии 53-15-64. Такие телефон номер зелюшом без обстоят хроматурамендер жазга демалс. Лагерлер бүгін, біздің бүгін тақымыз балаларың. Жасыл демалысы сіздердің балаларыңыз, немерлеріңіз.
қалай демалып жатыр? Жалпы балаларды қайда апарып қытыртқан дұрыс? Қай жаққа демалып, балаларға қай жаққа демалған дұрыс? Міне осы тақырыпты көрегенде студия қонақтарымен әңгімені бітіріп отырмыз. Сіздер де қосылып отырыңыздар. Тікелей эфир телефон нөміріміз 53 15 64. Ассалому алейкум, алаш жұрты, қайырлы күн, құрметті семейліктер. Семей телеарнасының тікелей эфирінде сәлем Семей бағдарламасы. Алдағы 2 сағат көлемінде біз Әсия әріптесіміз екеуміз сіздермен бірге боламыз, құрметті көрермендер. Мы с Конышем продолжаем нашу утреннюю информационно-развлекательную программу в прямом эфире «Салем семей». Еще ровно час общаемся на тему передачи. Следующий третий час посвящаем телевикторине в прямом эфире «Час удачи», в которой каждый из вас может принять участие. Звоните к нам в студию в прямой эфир по телефону 53 15 64. Сегодня говорим о школьном отдыхе, о летнем отдыхе детей. Делитесь своим мнением, своими рекомендациями, своими способами устройства летнего отдыха. Ну, а расскажем тем, кто только что к нам присоединился, о том, какая погода ждет нас с вами сегодня, 18 июня. Прогноз погоды на 18 июня. Спонсор прогноза погоды – колледж Кайнар. Колледж Кайнар – это самые востребованные профессии. Юрист, техник по связи, техник, программист и другие. Колледж Кайнар – это конкурентоспособные специалисты и высокий процент трудоустройства. Колледж Кайнар – это высококвалифицированный преподавательский состав. Колледж Кайнар. Вместе создаем будущее. Телефоны для справок 52 29 14 и 52 29 15. В Карауле переменная облачность, днем плюс 30, ночью плюс 17 градусов. В Абралы переменная облачность, днем 24, ночью 13 градусов тепла. В Бескарагае небольшой дождь, днем температура воздуха плюс 30, ночью плюс 19. В Бородулихе малооблачно, днем 30, ночью 19 градусов выше нуля. В Калбатау переменная облачность, днем плюс 31, ночью плюс 16. В Кубекте малооблачно, днем 29, ночью 16 градусов тепла. В Урджаре ясно, днем 28, ночью 16 градусов выше нуля. В Ахсуате солнечно, днем плюс 29, ночью плюс 17. В Ягозе переменная облачность, днем плюс 28, ночью плюс 15. В Курчатове переменная облачность, днем синоптики обещают 25, ночью 14 градусов выше нуля. В Усть-Каменогорске ясно, днем плюс 28, ночью плюс 12. В Семее небольшой дождь, днем температура воздуха 29, ночью 14 градусов тепла. Құрметті көрермендер, бүгінгі күнге арналған ауа райы мәліметімен таныс болдыңыздар. Ал бүгін тарихтың еншісінде қандай атаулы елеулігіндер мен есте қалды, алаштың айтулы күн айдарынан білетін боласыздар. В 1817 год в Лондоне был открыт мост Ватерлоу – арочный мост через Темзу, соединяющий Вестминстер и Ламбет, названный в честь победы в битве при Ватерлоу. 1900 жылы Қазақстан еңбек сіңірген өнер қайраткері суретші Антонишенко Ален Валентин Йосович дүниеге келді. 1921 жылы филология ғылымдарының докторы профессор Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Ғұбайдолла Айдаров дүниеге келді. 1939 жылы ветеринария ғылымының докторы профессор Қадыр Бияш дүниеге келді. В 1942 году родился сэр Джеймс Пол Маккартни, британский музыкант, мультиинструменталист, писатель и продюсер, один из основателей группы Beatles. 2006 жылы егеменді еліміздің байланышыны хабар таратуға арналған қассат деп аталатын тұңғыш геостанционарлық жер серігі жоспарланған таңғы сағат 4 сағат 44 минутта Байқоңыр айлағынан ғарышқа ашырылды. В 2008 году сборная России по футболу впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Мне бүгін тарих беттерінде құрметті көрермендер осындай атаулы елеулігінермен есте қалған болатынбыз. Бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз балалардың жазғы демалысы жайлы.
о школьном лагере, о детском отдыхе. Будь здоров, мы сегодня общаемся в прямом эфире. В студии у нас Жадыра Кайратова, педагог средней школы номер 17, а также Жанна, Альтаир и Владимир. И мы продолжим нашу беседу. Ребята, значит, планы на будущее, на ближайшее у вас, в принципе, выстроены, да? Это учеба, пятый класс, уже такой более серьезный и требовательный класс, да? Да. Вы подготовлены к обновленной программе обучения? Да. Угу. Что будут предметные учителя у вас, да? Да. Ознакомлены со всем уже. Подготовлены. Не страшно? Чуть-чуть. Волнительно немножко, да? Да. То, что новое. Ну, главное, у вас класс дружный, мы это видим. Сплоченный, да? Вы друг другу будете помогать, поддерживать. Да. Контрольно помогаем. На контрольных помогаете друг другу, да? А есть одно какое-то увлечение единое в классе? Что вам нравится делать в классе вместе? Например, может быть, к праздникам сценки какие-то театральные ставите. Может быть, вместе любите действительно футбол погонять, и мальчишки, и девчонки. Не знаю, как мальчишки, но я люблю. Что-то одно, что вас объединяет? Какое-то увлечение, занятие? Очень знаю. Может, мы любим все вместе сценки какие-нибудь ставить. Угу. Интересно мы вам это? Мы ставили уже. Угу. Общую они любят на уроках труда делать, аппликацию, допустим. Да. Не каждый по отдельности, а группу они делят и такую большую объемную делают. Да. Ну, дети действительно сейчас разносторонние, да, увлеченные. Да, чем дополнительно еще занимаетесь? Дома? Да, помимо занятий в школе. А, ну, дома. Может быть, музыка. Ну, вот спорт, вы говорите, да? Да, я еще дома люблю рисовать. Рисовать. А что чаще всего рисуете? Портреты? Пейзажи? Пейзажи. Да, пейзажи. Угу. Альтаир, чем нравится заниматься? Чем увлекаетесь? Ну, учусь пока футбол играть. Угу. Тренируюсь. Угу. Владимир, учитесь? Нет. Читать нравится? Еще что нравится делать? Может быть, петь? Нет. Мне еще читать нравится. Угу. Кубик Рубика они любят собирать, да? Всегда? Да. Сейчас новое увлечение в школе. Кубик Рубик. У нас много кто в класс приносит кубики и собирает. Получается? Да. Кто у вас лидер? У нас Стас. Хорошо. А скорость какая у него? За сколько секунд он собирает? Где-то 5, стандартный кубик. 6. 5-6 секунд? Да. Пирамидку. А у вас? Не засекали? Я не умею. Я, может, только одну сторону. Ну, это уже начало неплохое. Я не стану где-то за 7-8 секунд только. Она обычная. Молодцы, ребята. Кайрат. Вам хорошего отдыха этим летом. Жақсы демалыңыздар. Спасибо. Набирайтесь силы, терпения, и все у вас получится. Спасибо. Какие пожелания будут нашим телезрителям, вашим близким? Ну, телезрителям хорошего отдыха, детишкам хороших каникул, чтобы набрали сил к новому учебному году. Желаем всем здоровья. Спасибо, Жанна. Альтаир, что пожелаем телезрителям? Счастья, здоровья, чтобы были счастливы. Перекиль, да? Владимир. Чтобы занимались больше спортом, тренировались. И учились хорошо. Да. И все тогда будет получаться. Спасибо большое за то, что пришли к нам в гости. Уважаемые телезрители, сейчас мы записываем очередной рецепт завтрака. После вернемся в студию. Тангамас асмазер мрге тамашлап көрім. Зарнамызан стамаңыздар, бізге бен бірге оңыздар. Кейктер. Соңғы кезде үлкен танымалдылыққа ие болған тәтті десерт. Атауы кішкентай торт деп аударылады. Бүгін біз сіздермен капкейкті өте дәмді, әрі нәзік ванильді креммен дайындайтын боламыз. Көрсетілетін қоспалардан 12 капкейк шығады.
Дамды десертымызды әзірлеу үшін бізге бөлме температурасында еріген 80 грамм май, 100 грамм қант, 2 жұмыртқа, 150 грамм ұн, 1 шай қасық ас содасы, 1 шымшым тұз, 50 миллиграмм сүт, ванильді қант қажет болады. Алдымен бөлме температурасында тұрған жұмсақ майымызды қант және ванильмен араластырамыз. Миксерге жоғары температурада бірнеше минутқа көлемі үлкейгенше қоямыз. Араластыра отырып, екі жұмыртқамызды саламыз. Үккіштен өткен дайын ұнға ас содасы мен шымшым тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Миксердің жылдамдығын төмендетіп, дайын болған ұнымызды қосамыз. Бір келкі теста шығуы үшін сүт қосып отырамыз. Капкейкті пісіру үшін арнайы формалы немесе капкейкке арнаған қағаз формалардың өзін ғана қолдануға болады. Әр формаға көлемі аз қасықтай болатын дайын болған тестамызды саламыз. Барлығын құйып болғаннан кейін қызған пешке 170 градус 20 минутқа қоямыз. Піскенін тексеріп алғанымыз дұрыс. Аздаған уақыт капкейктеріміздің суығанын тосамыз. Әбден суғаннан кейін оларды безендіре берсек болады. Дайын болған кремді екіге бөліп, біреуін қызғылт түске бояймыз. Кондитерлік қалыпқа қызғылт түсті кремді шет жағына жағып, ортасын ақ түсті креммен толтырамыз. Кремнің пішінін талғамыңызға қарай таңдап алғаныңыз дұрыс. Біз ашық жұлдыз пішінінде кремді құямыз. Капкейкті өзіңіз ұнататын жеміс жидектермен не болмаса кремнің өзін қалдыруыңызға болады. Осымен біздің бүгінгі капкейкіміз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Астарыңыз дәмді болсын, құрметті көрермендер. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз балалардың жас демалысы. Уважаемые телезрители, сделаем разминку, после вернемся к разговору. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Біз сіздермен қазіргі уақытта таңғы сергіту жаттығуларын бастаймыз. Қол, аяқ, иық деңгейімен дүз ұстаймыз. Ең алғаш жаттығуымыз қол белде мойын бұлшықетін айландырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз қол белде. Мойын бұлшық етін жалғастырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз қол иықта, аяғымыз соғалпы, иық бұлшық еттерін айландырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз қол иық деңгейімен дүз ұстаймыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Оң қолды жоғарыстаймыз. Иықпен арқа бұлшықеттерін шынықтырамыз. 1, 2, 3, 4, 1,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз қол белде. Аяғымызды кішкене алшақ ұстаймыз. Бел бұлшықеттерін айландырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Оң қолды жоғары ұстаймыз. Қол белде. Бел жаттығуларды алға жалғастырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Екеуміз сол қолды жоғары ұстаймыз. Мельница деп аталады бұл жаттығымыз. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығымыз. Бұл келесі жаттығымызда белді созу жаттығуларына жатады. Аяқты алсақ, қолды бүге отырып, жерге дейін тигізу керекпіз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Дізе сіңілдерін созу және дізедегі барлық бұлшықеттерді айландырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Ол біздің санға келетін бұлшықеттердегі көптеген сіңірлерді созу. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Осымен таңғы сергіту жаттығуларымызда өз мәресіне жетті. Күндеріңіз жақсы өтсін. Сіздермен болған Семей қаласының жеңіл атлетика құрамы. Тәні саудың жаны сау дейді. Сіздермен бірге таңғы жаттығуды тамашалап алдық. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз балалардың жазғы демалысы жайлы болмақ. О детском отдыхе мы продолжаем вести беседу. В студии у нас координатор проекта «Забота» Галина Алексеевна Голубенко и председатель общественного объединения «Исток» Людмила Дмитриевна Михайлова. Доброе утро. Расскажите нам о своих организациях и как вы устраиваете детский отдых. В течение уже 9 лет практически, когда мы начали работать с детьми с ограниченными возможностями, мы сейчас больше упор делаем на отдых, именно на организацию отдыха именно этой категории детей. Ну а каникул вообще летних, хотя они никто не обучаются, и многие из них и никогда не обучались, тем не менее они ждут летних каникул. И ждут походов, поездок, выездов, ждут лагерь, загородный оздоровительный лагерь.
Поездки у нас бывают не только по городу, но и дальние поездки. Mm-hmm. И также вот в этом году. Сейчас уже состоялась такая экскурсия на Святой Ключ к источнику. Ребята провели весь день. Они с удовольствием любят природу, бывают на ней, играют. Там проводятся с ними занятия. Алла Дмитриевна проводит занятия на оздоровление. Вот. Летом обычно и также в этом году ребята будут посетить Окуньки озеро. У них тоже там есть излюбленное место. И ежегодно они там бывают. Также это озерки. Это где они могут, уже выехав за город, они уже представляют, что они совершенно в другом пространстве. Угу. Это совершенно другие ощущения, чем вот здесь, предположим, на острове, когда они каникулы все проводят, или в парках. Вот. И, конечно, каждый из ребят и родителей ждут это пребывание в лагере. В августе месяце, после 10 числа, это у нас партнерский проект вместе с 36-й школой. Uh-huh. Я хочу сейчас поблагодарить Голымбека Бесеновича, директора школы, о том, что он безвозмездно дает нам возможность детей оздоровить. Там он предоставляет и кухню, и работников, и охрану, uh-huh. и так далее. Ну, то есть вот это вот у нас такой хороший партнерский проект. Дети с удовольствием. Конечно, если бы вы с ними поговорили, то они очень много бы могли вам рассказать о том, как проходят там все мероприятия, и насколько там бывает интересно. И сюда мы вовлекаем также волонтеров, вот спецколледжа. Они тоже готовят иногда свои массовые мероприятия, и тоже как-то идет социализация через молодежь с ними. А дети с какими заболеваниями? Ну, Галина Алексеевна может, наверное, продолжить сейчас. И говорит, что у нас еще и там и пожилые тоже оздоравливаются. Да, да. Ну, у нас проект «Забота», то есть я вхожу также вот в общественное объединение «Исток». Уже много лет, уже 10-й год, значит, функционирует проект «Забота», где обслуживается такая категория людей, значит, дети с ограниченными возможностями и люди, не способные к самостоятельному передвижению. Но, значит, на сегодняшний день у нас обслуживается 261 человек, из них, значит, 36 человек это дети, значит, с ограниченными возможностями. Ну, диагнозы у них разные, и Людмила Дмитриевна сказала, что многие из них не учились в школе даже, но мы их считаем детьми. Сегодня мы не будем называть диагнозы. Это дети, которые получают специальные социальные услуги. Угу. И как проект, который реализуется, естественно, составлен план мероприятий. Мы в тесном контакте сотрудничаем с родителями, потому что практически многие дети идут в сопровождении с родителями. Создана родительская школа, активный очень председатель родительского комитета, вот это родительская школа или комитет мы его называем, как, значит, план составляется работы. И с ребятишки, вот согласно этого проекта, они находятся как в реабилитационном центре. У нас очень много кружков работает, это кружки и ДПИ, это и художественный кружок, это и танцевальный кружок, это фотокружок. То есть вот эти дети, которые сегодня в состоянии ходить, они посещают все кружки. Спонсорскую помощь оказывают наши работодатели. Ребята с удовольствием посещают сегодня батыр, сегодня посещают боулинг. Но везде с ними присутствуют социальные педагоги, еще у нас есть, и родители. И вот, значит, в план этот включен у нас, конечно, обязательно оздоровительные мероприятия. Как уже сказала Людмила Дмитриевна, только лето начинается, они ходят сначала, любуются природой, когда распускаются цветы, растения, листочки, собирают травы. Это у нас остров Полковничий, излюбленное место для наших вот, получателей услуг, наших детей. Ну, сегодня уже, как сказала Людмила Дмитриевна, посетили уже Святой Ключ. Конечно, они получили массу удовольствия. Во-первых, для них, вы знаете, сам выход подъехал автобус, когда вот подъехали, вышли мы. Многие из них побежали, обнимают эти сосны. Они под впечатлением того, что вот каждое дерево приносит им здоровье. Они и ходили вокруг сосен с мамой. Затем были спортивные мероприятия, значит,
и просто игры спортивного характера с ними. Затем, конечно, был накрыт дастархан, посидели, покушали, и потом все мы пошли на источник. Независимо, значит, от уже вот волнение куда-то ушло у ребятишек. Когда они спустились попить водичку, знаете, просто было с удовольствием смотреть на этих ребятишек, которые понимали, что действительно существует где-то кто-то на небесах, который может им дать облегчение в их здоровье. Были даже энтузиасты вместе с родителями, которые окупнулись и вкупили. Я вообще, конечно, этого не ожидала, но сами родители, понимаете, входили туда, и я в жизни никогда не купалась, и сама вот, вы знаете, такой был настрой у ребятишек. Но после этого, конечно, снова чай попили и уже прощались. Тоже я говорю, что каждый дотронулся до сосны, поэтому дети очень любят вот такие мероприятия. Ну, планируется вот выезд на Чушкалу, планируется сегодня у нас не такое большое мероприятие, это выезд в город Усть-Каменогорск, в этнографический парк. Но сначала они на Окуньки заедут, отдохнут, потом, значит, проедут в Усть-Каменогорск тоже. И, конечно, с нетерпением они ждут лагерь. Лагерь, где с ними занимаются и психологи, с ними занимается там художественный руководитель. Сейчас у нас идет подготовка художественных номеров, мероприятий каждого вечера. У нас там делится на отряды. Каждый отряд придумывает свою речевку. То есть вот как настоящий пионерский, я называю это пионерский, но это оздоровительный, конечно, лагерь, где делятся команды, затем они играют и спортивные мероприятия, и, значит, художественная самодеятельность. То есть это все. Каждая минута в этом лагере занята, и отрадно, что сами дети, они принимают участие. Они и поделки там делают, но все это на конкурсной основе. И вместе с ними, конечно, присутствуют родители. Ну, а вечерами дискотека. Дискотека. В прошлом году они и на небо смотрели, звездное небо, значит, подготовленное по волонтерами колледжа. Привлекаются, как сказала уже Людмила Дмитриевна, привлекаются волонтеры, психологи обязательно присутствуют, педагоги. Боги присутствуют. Вот сейчас идет большая такая подготовительная работа к лагерю. Теперь в прошлом году наших ребят тоже, значит, разрешили по проекту, мы возили в Астану. Мы были 4 дня. Надо сказать, что дети прекрасно выдерживают такие вот поездки. Получили тоже массу эмоций, массу впечатлений от поездки. Затем у нас посещали экспо. И несмотря на то, что пришлось где-то там в очереди стоять, пока мы зашли, все это, мы, конечно, волнуемся за состояние здоровья. Но все обошлось благополучно, все хорошо. И дальше, когда они приезжают, затем у них проходят вот психологи, с ними занимаются социальные педагоги. Они затем вспоминают то, что они были, и оставляют свои вот впечатления. То есть у них идет и развитие, вот наши социальные педагоги работают с ними. Поскольку дети в школе не учатся, значит, все равно социализация должна быть в обществе. У каждого из них есть индивидуальный план работы, по которому работает социальный педагог. И, значит, вот эти вот мероприятия, они, конечно, дают положительные результаты. В конце года подводится вот по этому индивидуальному плану работы положительное, отрицательное, какие, значит, успехи, чего мы добились. И надо сказать, что вот этот проект, который финансируется сегодня с областного управления координации занятости социальных программ, он дает положительные результаты. Ну, Людмила Дмитриевна скажет потом по трудоустройству, потому что этот проект нацелен еще и не только на то, чтобы вот их и оздоравливать, но самое главное, чтобы еще и обучить чему-то, чтобы они могли быть социализированы в обществе.
И, конечно, с ними занимаются, вот даже на природу, если вышли, то обязательно тема природы, что это такое, как это и так далее. Если это в городе где-то экскурсия, вот у нас запланирована в связи с 300-летием нашего города экскурсия по городу, то есть дети тоже идут, изучают, заранее готовятся, им рассказывается все это. Mm-hmm. То есть вот такие мероприятия, которые дают возможность социализации детей в обществе, проводится нашим проектом и совместно, конечно, с родителями. Сегодня надо дать должное, что вот все те дети, которые посещают, как-то родители, конечно, трудно сегодня ребенка иметь с ограниченными возможностями, это очень трудно для семьи. Но все родители, конечно, относятся очень положительно. Они любят своих детей и стараются тоже нам и советы давать. И вот, как я говорю, что мы вместе с ними работаем, план вот составили, все. То есть вот такая вот обоюдная, так сказать, работа с детьми приносит положительные результаты. Я хочу еще дополнить. Да. И, естественно, конечно, мы ищем спонсоров. Сегодня с каждым годом уменьшается количество. Нам бы хотелось, чтобы вот эта категория детей, как-то на эту категорию детей обращали внимание. Потому что те дети, которые не имеют, ну, нормальные, здоровые дети, им легче адаптироваться в обществе. Для них очень много кружков. Они могут любой посетить кружок и самостоятельно, если нравится, посещать. Даже тот же вот сегодня идет, вы знаете, вот сейчас идет чемпионат мира по футболу. Эти дети тоже бы хотели, потому что мяч мы берем, но каждый из них бы хотел бы принимать участие, хотя бы покрутить этот мяч. Ну, к сожалению, что не все из наших подопечных могут это. А для такой категории, для здоровых, конечно, детей это много. И вот, может быть, сегодня кто-то сейчас смотрит передачи. Наши телефоны есть. Могли бы... Мы сейчас ищем спонсоров для того, чтобы вот посетить город Усть-Каменогорск. Вот этот вот этнографический... парк. Потому что вот по этому проекту практически на такие цели деньги не выделяются. Нет таких средств, чтобы... Это надо и автобус, это нужно их и покормить. Там экскурсии. Это все оплачиваемое. Тем более в другом городе для нас. Если бы это было у нас, то мы бы, может быть, как-то нашли. Поэтому, если кто-то смотрит и может откликнуться на эти, на этот поход, то мы с удовольствием примем. Да, давайте поможем и поддержим. Действительно, устроить детям отдых и праздник. Я еще хотела дополнить, коль мы говорим сегодня о летнем отдыхе. Лето началось, и ребята приняли участие вот в марше парков, который завершился 5 июня, День охраны окружающей среды. Наши ребята, вот о фотокружке Галина Алексеевна сказала, наши ребята фотографировали сосновый бор, наш реликтовый бор, и так и конкурс назывался «Фотографии. Сохраним леса Прииртышья». Вот, они заняли неплохие места, и у нас 9 участников были, они были награждены призами и подарками, которыми их обеспечил предприниматель Руслан Кипки. Это компания System Solutions. Вот, главный приз был, Денис Полковников получил, это был фотоаппарат. Прекрасно. По озеру Шушкалы мы уже в течение вот этих 9 лет ежегодно детей оздоравливаем там, где-то в течение 3 дней они бывают. Проживают они в юртах, дети. Uh-huh. И здесь наш главный партнер – это общественный фонд «Береке». Uh-huh. Он называется «Общественный фонд. Ресурсный центр для сельских НПО «Береке». Uh-huh. Его возглавляет Сакана Убакирова. Вот она с удовольствием принимает наших, не только наших детей, но и старшее поколение, которое мы туда привозим. И, естественно, там идет все это на свежем воздухе, и спят они там, ночуют они в юртах, и кушают они деревенскую пищу, и в грязи в этой ребятки получают тоже лечение, и вода соленая. В общем, в восторге. И ежегодно мы туда детей возим. Это идет, в этом году тоже будут они в июле месяце. Это тоже идет оздоровление. Пища готовится на костре. Да. На костре готовим. Натуральные продукты на свежем воздухе, конечно.
масса впечатлений. Да, конечно. И, ну, лето, конечно, оно коротким считается, да, потому что... Зима у нас дольше, да? Зима, осень, такое холодное время года, когда они в закрытых помещениях в основном, хотя и зимой тоже выезжают, и на лыжную базу, естественно, потому что любой человек больше любит пространство, чем сидеть в помещении в каком-то и заниматься кропотливой какой-то работой. Но, тем не менее, мы стараемся, конечно, все упирается в финансы, но стараемся как можно больше им дать. Вот те годы у нас были соревнования, летом проходили на стадионе «Спартак». Мы приглашали детей с ограниченными возможностями, не только своих, но и из других организаций. Но это все приурачивалось к летнему отдыху, и это все, ну, дает им заряд, и они, может быть, еще и поэтому, ну, не отказываются и хотят получать услуги именно здесь, в нашей организации «Исток». Потому что, ну, все с душой, мы стараемся им организовать все, что можно. Ну, в такие поездки большие мы берем еще и взрослое население. У нас есть бабушки, которые, получатели услуг, которые тоже у нас обслуживаются. И с удовольствием тоже едут в лагерь. Угу. Это для нас как бы даже хорошо, что есть еще и взрослое население, которое может... Ну, они там рукоделием занимаются, уже наши вот... У них и вокальная группа и есть, получают. И массаж они получают. Профессиональный. Все профессионально, да. Да. Поэтому они, это, конечно, каждый ребенок хотел бы как можно больше получить. Ну, сегодня вот мы пока, мы стараемся разнообразить, конечно, стараемся что-то дать, то, что не похоже вот на предыдущие года. Но вот эти вот выезды на Чушкалу, на Огуньки, на Святой Ключ, это у нас практически бывает ежегодно. Вам силы, терпения, интересных волонтеров и как можно больше спонсоров и отзывчивых людей, чтобы встречалось на вашем пути. Потому что, действительно, это очень хорошее дело. То дело, которым вы уже занимаетесь очень много-много лет, не оставляя без внимания ни людей с ограниченными возможностями, ни тем более детей. И у какие? У нас вот в лагерь выезжают и дети, которые даже на колясках. И, конечно, вот это вот впечатление, вы знаете, надо просто видеть глаза вот этих детей, которые смотрят на все это. Дома же, ну что, он находится дома. А так вот мы стараемся это вот такую категорию тоже всех взять и приурочить, чтобы они могли. Огромная, конечно, в дальние поездки нет, но... Звоночек. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Я сам из женщин, и знаю я этот центр «Исток», который занимается на протяжении многих-многих лет вот такой необходимой работой. Они такие умницы. И это Людмила Павловна, Лариса Павловна, да. И действительно, они проводят колоссальную работу. Вот особенно с ребятишками. Потому что детям необходимо общение. Я знаю, что это, ну, я одно время занималась там, ходили с ними. Главное вот для них общение. Главное, вот, что они посещают вот эти мероприятия. И они не изолированы от общества. Они адаптируются. И причем они между собой контактируют, телефонами обмениваются. Вот, а без вот такого участия в их жизни, конечно, им бы только пришлось их родителям. Огромное спасибо вам за вашу работу. Көп рахмет. Спасибо, зарин, көп рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Көрермендерге айтар қандай тілектеріңіз бар? Какие будут пожелания зрителям? Ну, я хотела бы обратиться к родителям вообще, ко всем. Постарайтесь по, ну, как можно, по максимуму организовать летний отдых своим детям. Помочь им провести каникулы очень интересно, получить побольше здоровья, солнца, подготовиться к следующему учебному году. И не оставлять их без внимания, потому что это для них очень важно. Это для них отпуск трудовой. И ваша в этом задача прямая. Спасибо. Галина Алексеевна.
Ну, Людмила Дмитриевна ко всем родителям обратилась. Я, конечно, обращаюсь и к своим родителям. Ну, в принципе, тоже так же. Большая, конечно, забота лежит на наших родителях. Ну, здоровья хочется им пожелать, терпения пожелать. А нашим деткам здоровье, еще раз здоровье, и чтобы они все были здоровы для того, чтобы мы могли с ними удачно и своевременно съездить и исполнить все те мечты, которые у них есть.